Горячие новости от журнала «Главбух». В этом выпуске власти решили, что права предпринимателей должны защищать омбудсмены. Теперь подробнее. Во всех регионах вскоре появятся особые омбудсмены. Они будут защищать права предпринимателей. Об этом на конференции, посвященной развитию малого и среднего бизнеса, рассказал президент «Опоры России» Сергей Борисов. Нам не обойтись без срочной помощи малому бизнесу, не обойтись без института омбудсмена, уполномоченного по правам предпринимателей, потому что огромное количество малых предпринимателей терпит поражение в ходе судебных проволочек, в ходе неправильного решения отдельных чиновников, как правило, ниже звена, и тем самым сходят с дистанции, и у нас огромное количество фактов обращений на эту тему. Президент Владимир Путин уже дал команду регионам сформировать институт защиты прав предпринимателей. Правда, пока не решено, кто сможет стать правозащитником – представитель бизнеса или чиновник. Первым регионом, в котором такой омбудсмен заработал, стала Ульяновская область.